Добрым днем, друзья! С вами Степро, и сегодня покажу вам автоматическую ферму подсолнуха в Майнкрафте Pocket Edition. После того, как вы все сделали правильно, у вас получится вот такая примерная ферма, которая будет работать совершенно автоматически. То есть, вы нажимаете вот на этот рычаг, и там у вас появляются автоматические подсолнухи, которые автоматически собираются. Как видите, как я сказал, появляются подсолнухи, которые просто-напросто складываются в ваши сундуки. Тем самым это происходит все автоматически. Как видите, через эти воронки подсолнух попадает вот в этот сундук. Там уже 8 подсолнухов, тут уже 3 подсолнуха. Ну, маленькая часть подсолнухов остается, к сожалению, наверху. Но это не проблема. Эту часть вы можете сами собрать, после чего положить в сундук. Что же для этого вам надо? Для этого вам понадобится создать некое замыкание и провести рацион к этому раздатчику, после чего около вот этой штучки поставить рычаг и раздатчик положить, а положить что? Положить костную муку. И что же, и ваш механизм просто-напросто будет готов. Давайте я еще раз вам покажу, как это все работает. Ну и покажу вам до окончания моей костной муки. Ну что же, все. Костная мука в моем механизме кончилась. Поэтому на этом все. Ну и, как я сказал, воронки нужно ставить прямо над сундуком. То есть сначала поставьте сундуки, а потом уже на них ставьте воронки. Иначе ваши воронки подключатся не к тому месту. Ну и, как я сказал, половина этих подсолнухов, к сожалению, остается наверху. Но это, опять же, вы все можете собрать вручную и положить в сундук. Как видите, там уже пусто. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.